Все больше пассажиров выбирают комфортабельный электропоезд, чтобы добраться без пробок из Владивостока в аэропорт Кневичи. Экспрессы делают в день 12 поездок в обе стороны. Весь путь с 5 остановками занимает 55 минут. Маршрут Владивосток-Кневичи является одним из самых популярных. В прошлом году мы перевезли 610 тысяч пассажиров. Курсировало у нас 10 поездов. На этот год мы добавили еще 2 поезда. Ну и работаем над тем, чтобы людям было комфортнее добираться без пробок как в аэропорт, так и относительно городов и других остановочных пунктов. Первому рейсу во Владивосток и последнему рейсу из Владивостока мы добавили по просьбам пассажиров дополнительные остановки. Океанская, Садгород, Седанка. Значит, а также увеличили количество вагонов. Жители и гости Приморского края выбирают пригородные электропоезда за их комфорт, скорость, удобство и демократичные цены. Приехала в гости с Москвы к родственникам. Как раз у нас и вечер встречи выпускников собираемся, поэтому... А вообще очень удобно, потому что в Москве тоже каждый, получается, аэропорт добирается на экспрессе. Не надо думать, куда поставить машину, ничего. Ты приехал, и все, свободен. Пользуется этот вид транспорта популярностью и у иностранных туристов. Студенты из китайских провинций подчеркнули, что электричка имеет множество плюсов. Помимо дружелюбной атмосферы и низкой цены, этот общественный транспорт гораздо меньше вредит окружающей среде. Отметим, с начала года экспрессы перевезли более 43 тысяч человек, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.